Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится ежегодно с целью привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Во время проведения мероприятия в полицию поступали заявления и обращения граждан. За этот период изъято более 2 килограмм различных наркотических средств, выявлены и пресечены ряд преступлений и административных правонарушений, возбуждено более 20 уголовных дел. Антинаркотическая акция завершена, но борьба продолжается. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков граждане могут сообщать по телефону доверия УМВД России по Смоленской области круглосуточно.